И всем привет, у меня Александр Сычков, и как вы видите, у меня сейчас идет покупка в магазине CSGO, я покупаю кейс, и что же нам сегодня в нем выпадет? Вы просто офигеете, ребят. Так, давайте, какой кейс выбрать? Да, давай, 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 выпади, 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 давай, 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 АВП Азимов, давай! О, да, ребята, это АВП Азимов, это охренеть! Вообще настоящий, это очень даже круто, ребят, мне понравилось. Ну так что, ребята, как же он мне выпал? Давайте посмотрим все сначала. А началось это всего лишь, я не знаю, с того, то, что я купил несколько кейсов. Я купил всего 3 кейса и решил, в общем, их использовать, ребята. И началось все с того, то, что я открыл первый кейс. И в нем не так уж и круто, что выпало, да. Ну что ж, давайте посмотрим, что же мне выпало. Так как я снимал это видео без микрофона, точнее, он у меня работал, но почему-то программа не записывала мой голос, поэтому пришлось перезаписывать уже в монтаже. Ну что ж, ребята, мне выпало ПП-19 Бизон. Орис. Так. Во втором кейсе мне выпало. Так, что же мне выпало? Так. Так, идет покупка. Так. Ну и сейчас, наверное, ребята, мне выпадет мой АВП Азимов, ребята, вы не поверите. Это охрененно. Вот так он у меня выпадает. И что ж, ребят, мы опять видим АВП Азимов. Ребята, мы опять его видим. И это круто, ребят, правда. Вот так вот у меня выпал мой первый АВП Азимов, так как я это видео снял очень давно даже. Ну, не знаю, наверное, ну дофига, еще когда мой канал только начал снимать видео, тогда, когда у меня появилась только КС-ка. Когда я только начинал играть в КС-ку, вот так вот я снял это видео. Но так как я его не стал озвучивать, потому что оно было все заглюченное, за какое-то непонятное, все там глючило, лагало, короче. Я решил это видео просто убрать и подождать. Вот сегодня я решил, в общем, его все-таки достать, потому что у меня было в монтаже уже на очереди. Первое место на ней было, не знаю почему. Ну, короче, я решил его все-таки смонтировать. Но так как оно, я уже сказал, то, что оно было заглюченное, и там не было озвучки, поэтому я его не стал выкладывать, и пришлось его сейчас переозвучивать. Ну, ребята, мне выпал вот так первый мой Азимов. Это охренеть. Давайте еще раз посмотрим, как это было. Вот смотрите, ребят, идет покупка. Ничего такого не происходит. Просто идет покупка обычного кейса. И вот это первое, я только начал игру, еще у меня был вот только начало, я был сильвером только. И вот в первых моих кейсах выпадает вот такая вот хрень. Это АВП Азимов. Это охренеть просто, ребята. Мне так это понравилось. Ну что ж я могу сказать вам, это просто было охрененно. Так. Сейчас. Переключимся обратно на АВП. Нет. Немного. Так. Вот так оно мне выпало. То есть видно, да? Так. Вот оно, ребята. Это наш АВП Азимов, ребята. А это просто охренеть. Вы не поверите. Да и я бы не поверил, то что если бы я посмотрел видео, как я открываю сам кейсы, сам говорю, и когда я сильвер, я открываю прямо АВП Азимов. Я охренел, когда он мне выпал. Зря, что это не записала моя первая программа, так как именно после этого видео я ее и удалил, потому что она не записала такой момент, ребята. Потому что я перед началом вообще всей игры, вот я не тогда еще недавно купил игру, и через неделю уже купил 3 кейса. И именно во втором кейсе мне выпал АВП Азимов полностью. Такой вот чистый, полностью неповрежденный, без наклеек, то есть обычный АВП Азимов, ребята. Ну, это просто было офигенно, ребят, я вам точно скажу. Ну, в общем, ребята, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал Нубас, подпишитесь на меня ВКонтакте, ID 53554463, если вы не запомнили. Оно будет в комментариях, ой, не в комментариях, а в описании под видео, в общем. Там будет ссылка на меня ВКонтакте. Добавитесь, там можно мне писать сообщение.
если вы, конечно, у меня в друзьях, комментируйте новые видео, потому что только там они выпадают, самые новые. Ну, в общем, пишите комментарии под видео, и всем пока!